Ольга Киевская. Баллада о матери. 41-й год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый. Все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй. Пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. А за ними, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Най!» — твердил он важно. «Расстреляйте!» «Нет!» — она просила. «Пожалейте! Отмените казнь моих детей! А взамен меня! Меня убейте! Но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер чинно. «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем, сына. Кто тебе милее, выбирай!» «Как в смертельной этой круговерти изберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последующий обречен на смерть». Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. Ох, не пожелаешь и врагу мук таких. Сынов перекрестил и признался фрицу. Не могу. Ну, а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего груди своей прижал. Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший. Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил. Не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил. Битте! Отодвинул старенькую мать. Отошел подальше деловито и махнул перчаткой. Расстреляйте! Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать прошала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить, сыночка, не цвести. «Дура, матка!» — поучает немец. «Одного могла бы хоть спасти!» А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновних кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.